Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре VivaStars. Это первый урок мини-тренинга по YouTube. Я расскажу основной секрет YouTube, расскажу, почему YouTube является жизненно необходимым инструментом, если вы хотите быстро выйти на какие-то результаты, стать известным человеком, собрать команду людей, которые вам доверяют, людей, которые хотят следовать за вами, как за экспертом. В этом ролике я покажу, чему вы научитесь в рамках этого курса. И уроки этого мини-тренинга будут записаны в формате стоп-кадр. Я буду выдавать какую-то информацию, предлагать нажать на паузу и повторить эти действия. И затем продолжить просмотр обучающего ролика. Возможно, для кого-то при первом просмотре посмотреть ролик до конца, понять, что вам придется делать, запустив ролик второй раз, именно выполнять пошагово действия, о которых я рассказываю в ролике. Итак, почему же YouTube? В чем секрет YouTube? Почему различные конкуренты, которые заявляют, что они вырвут пальму первенства у YouTube, видеохостинги, которые работают уже достаточно давно, хорошие видеохостинги, собирающие вокруг себя большое количество зрителей, все-таки никак не могут опередить YouTube. Значит, в чем же тайна или секрет YouTube? На самом деле все очень просто. Основной секрет YouTube заключается в том, что этот видеосервис изначально создавался бесплатным. Для того, чтобы стать популярным на YouTube, не требуется никаких денежных вложений. Все, что вам нужно делать, записывать регулярно видео. И даже если вы не знаете, что такое SEO-оптимизация видеороликов на YouTube, не умеете делать каких-то качественных описаний, очень красивых графических значков, то есть по большому счету вы практически ничего не знаете о YouTube, можете только записать видео. Но если это видео записано на актуальную тему, если у этого видео понятный и цепляющий заголовок, ваше видео в любом случае, даже если оно никаким образом не продвигается, будет набирать просмотры. Я вам показываю пример нашего канала «Здоровье, красота и благополучие» и показываю ролики, которые, как говорят, попали в тему. То, что сейчас ищет, то, что сейчас нужно, дистанционное образование требует каких-то понятных видеоинструкций по работе с самым популярным на данный момент средством – это сервисом Zoom. И вот ролики на эту тему, обратите внимание, абсолютно без каких-то усилий с моей стороны набрали 1000 просмотров. Но не это самое важное в YouTube. Вот с моей точки зрения, самое важное в YouTube – это то, что YouTube продолжает работать на вас постоянно. Это очень благодарный сервис, самый благодарный сервис, самая благодарная социальная сеть. А в чем же эта благодарность? Вот если у вас есть опыт работы в социальных сетях, то вы можете увидеть. Я вам покажу свой пример. Вот социальная сеть ВКонтакте, могу открыть своих одноклассников, Facebook и так далее. В этих социальных сетях у меня была мега высокая активность, но последние два года я сюда просто не заглядывал практически. Но в лучшем случае заходил, отвечал на какие-то сообщения личные. И что произошло? Я не скажу, что мои профили полностью умерли, но количество просмотров моих постов, количество заявок в друзья, количество... Если вы не совершаете какую-то регулярную активность в социальных сетях, ваши странички замирают, то есть жизнь на них останавливается. На YouTube ситуация принципиально другая. Я вам показываю свой канал, которым я активно занимался, но опять же, вот последние два года я сюда не выложил ни одного нового видео. То есть все ролики, записанные 4 года назад, 2 года назад, 2 года назад, 2 года на канал не выкладывалась никакая информация. Но просмотры идут, даже ролики, о существовании которых я забыл и что я там рассказывал, я уже не помню. Эти ролики просматриваются, эти ролики комментируются. То есть YouTube продолжает меня благодарить. Вся проделанная ранее мной работа на YouTube, она приносит мне результаты. Даже при условии, что я не занимаюсь этим каналом. Конечно, если вы занимаетесь своим каналом, проявляете активность, общаетесь с другими авторами YouTube, выкладываете ролики на каналы, комментируете чужие. То есть делаете все то, что вы делаете в любой социальной сети. Конечно, эффект
от вашего YouTube канала возрастает в разы. Ну, а чем же еще хорош YouTube, особенно для нас, как для людей, которые продвигают себя как эксперта, людей, которые работают в области MLM? MLM – это бизнес отношений. Если вы хотите привлечь людей, вы должны показать себя. А лучший формат показать себя, показать свою экспертность – это что-то рассказать людям, обращаясь к ним напрямую. Как это можно сделать, не выходя из дома? Пожалуйста, веб-камера – самая простейшая, и любая программа записи, либо онлайн-трансляция. И если вы регулярно записываете видео своих мероприятий, своих встреч, и выкладываете их только в одну социальную сеть, ну, например, Инстаграм, любимый ваш, либо ВКонтакте, либо только выкладываете в Фейсбук, вы теряете колоссальную аудиторию. Та аудитория, которая сейчас объединилась вокруг Ютуба. Как сейчас люди ищут информацию? Да, они в первую очередь заходят на Яндекс и что-то там пытаются найти. Но если вы хотите узнать, понять, как что-то делается, как выполнить то или другое действие, люди заходят на YouTube и ищут какую-то видеоинструкцию, которая рассказывает им, как выполнить то или другое действие в формате видеоинструкции. Лично я поступаю именно так. Читать какие-то тексты бывает очень сложно и непонятно. Проще взять видеоролик и посмотреть, на что нужно нажимать или что и как нужно смешивать, чтобы добиться какого-то нужного результата. Поэтому, если вы свои видео выкладываете в свою любимую социальную сеть и выкладываете ее на свой YouTube-канал, эффективность от вашей работы возрастает минимум в 2 раза. Цель нашего курса – научить вас легко и просто, а это правда очень несложно, создать свой YouTube-канал, правильно его оформить, научиться загружать видео на YouTube-канал и научиться проводить прямые трансляции с YouTube. В открытой части нашего тренинг-центра тренинг по YouTube будет очень простым, доступным каждому. В закрытой части я расскажу о тех настройках, которые требуются уже для продвинутых. Я расскажу, как эффективно продвигать видео, как его оптимизировать, чтобы быстрее выходить на результат. То есть для тех, кто получит уже первые результаты от своих YouTube-каналов, а результаты однозначно не заставят себя ждать, вы можете перейти на следующий этап изучения YouTube, изучать YouTube уже на более профессиональном уровне. Ну и в заключение я хочу сказать еще об одной интересной особенности YouTube, о которой, наверное, многие и даже и не знают. YouTube – это очень популярный видеосервис, информацию из которого черпают множество ресурсов. И если вы свое видео, записанное на актуальную тему, загружаете на YouTube-канал, через какое-то время вы можете увидеть свое видео в поисковой выдаче Яндекс. Вы свое видео можете увидеть на сайтах, о существовании которых вы даже никогда и не знали. Очень много сайтов выдергивают популярные ролики с YouTube по какой-то тематике и загружают их себе, потому что это очень интересный и востребованный контент. И ваше видео начнет вирусно распространяться по сети, и о вас будут узнавать колоссальное количество новых людей. Поэтому не использовать возможности YouTube, которые даются вам абсолютно бесплатно, бескорыстно, это, с моей точки зрения, неверно. Успехов, продвижения и развития ваших YouTube-каналов!